Да что там драться? Я же тебя укладу, ты сдохнешь, блядь. Дацик, конечно, попытался на меня напасть как-то. Со мной были мои ребята, которые нас разняли. И мне не хотелось с ним драться, честно. Мне хотелось просто с него спросить, посмотреть ему в глаза и сказать, ну что, ты реально готов? Или вот только ты в интернете там говоришь? Тренируйся, ёпта, ты дает. Сейчас нам позвонили и сообщили, что какой-то телеканал там будет у Дацика брать интервью, мы хотим приехать и вообще посмотреть ему в глаза, чтобы он уже до последнего не слился, а то он там то одно, то другое у него. Он там сказал, что я тебя разнесу, вот сейчас посмотрим, как он будет себя вести вообще, что он покажет из себя. Вот, приехали такой небольшой бандой, 3 человека, но он парень большой. Да нет, на самом деле получилось случайно, нам позвонили, говорят, там Дацик, бы не хотите заехать мимо, мы... Ну, если там говорить, да, мы решили заехать и сейчас посмотреть, что он там, да как он там. В общем, мы постараемся это заснять, там как-то так, и, может, какой-то диалог получится, потому что телефон разговора вы уже видели, в телефон разговора какие-то моменты мне очень не понравились, он там грубо говорил, говорит, я тебя вырублю, я тебя вынесу, там, шоу хочешь, я тебе никакого шоу, вот. Ну, посмотрим, посмотрим, что как бы из этого получится. От меня тут внизу. Да что там драться? Я же тебя укладу, ты сдохнешь, блядь. Хорош, хорош, потерпите, потерпите, работайте. Сказал, 24-го, жди. Ну, все, давай, все. Давай, рубани, упаду, на тебя не встанешь. Давай, давай, посмотрим. Тренируйся, ёпта, тренируйся, сдаёшь. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Body Money. Меня зовут Артем Тарас, у меня есть личный канал, ссылка в описании. Мне ребята сообщили, что он где-то дает интервью. Так вот, я решил съездить, посмотреть, что он там делает, и на самом деле чуть на него поднаехать, для того, чтобы он уже точно с боя не слился. Почему я каждый раз говорю о том, что Дацик может слиться с боя, объясню вам, потому что ходят такие слухи, что там Дацик то тренируется, то не тренируется, то он... хочет драться, то он не хочет драться. Дацик, конечно, попытался на меня напасть как-то. Со мной были мои ребята, которые нас разняли. И мне не хотелось с ним драться, честно. Мне хотелось просто с него спросить, посмотреть ему в глаза и сказать, ну что, ты реально готов? Или вот только ты в интернете там говоришь? Так как, еще раз вам повторюсь, многие его там коллеги, друзья мне сказали, что он хочет слиться с боя. И я этого не понял. Типа, сначала ты говоришь одно, потом ты говоришь другое. Ну ты будь мужчиной, отвечай за свои слова. В общем, меня зовут Артем Тарасов, это канал Body Money, ставьте лайки, ждите нашего боя. Я понимаю, что уже очень много информации о нашем бое, но, ребят, информации будет еще больше, интерес нарастает, и с каждым днем, с каждой секундой все больше и больше мне хочется его выиграть. Не знаю, как там Дацик тренируется, вот честно, вот я на него посмотрел, это вообще какой-то, блин, мужичок, просто мужичок, блин, просто здоровый, 150-килограммовый. Хочу его выиграть, буду стараться его выиграть. В общем, ждем. Смотрите канал. Всем пока.